Предлагаю вашему вниманию видео о маршруте Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар. Трасса М4 Дон. Стартуем в Москве в субботу. Хочу предупредить, что временами будет прямой эфир 15-го канала, ненормативная лексика, убавьте или отключите звук. Погода пасмурная, как я уже сказал, поэтому видео не очень такое зрелищное, но главное это дать информацию о трассе М4 Дон. Так, по улице Борисовские пруды, на Липецкую, наверное, через Царицыно. Сегодня суббота. Ну, это оригинальное аудио. Как-то вот так. Просто временами буду вставлять небольшие комментарии. Информация актуальна для тех, кто... Информация актуальна для тех, кто собирается поехать на юг в ближайшее время. В основном трасса М4 Дон свободная, но за Ростовом, да и перед Ростовом идут небольшие работы. Дорожно-строительные работы, но это подготовка к чемпионату мира по футболу. Стараюсь как можно быстрее разместить это видео, ну, для тех, кто собирается по этому маршруту. Впереди камера. Ограничение 40. Из Москвы. 2017 год. 8 в самом разгаре. Из Москвы. Автомобиль небольшой пробег. 52750 километров. Автомобиль Hyundai Kia Solaris. Ну, о пробеге я сказал. Из Москвы выезжаю по Липецкой улице через МКАД и на трассу М4 Дон. Трасса платная местами. Платные участки. Для удобства ускорил в 3 раза видео. Без ускорения с оригинальным аудио можно будет ознакомиться на 2-м аккаунте Видеодорог 2. Проехали.
Ну, оригинальное аудио не совпадает с картинкой, поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Ну, в субботу в эту субботу движение слабое, пробок нет, поэтому Москву покинули очень быстро. Двигаемся в паре, впереди ведущий. Впереди ведущий организатор. Организатор проекта «Видеодорог». «Видеодорог России». Реклама на 15-м канале. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 70. Это видеорегистратор DATACAM 6 Max. Показывает свои возможности. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Хорошая машина, рекомендую всем. Я имею в виду видеорегистратор. Заранее скажу, что движение было без проблем. Постоянно работает радар-детектор на излучение. Да, видео, я говорю, что носит в основном справочный материал для тех, кто собирается на юг. С погодой немного не повезло, то что пасмурно.
оружие. Там ремонтировали, разведка, отбойники. Колейно спокойно наблюдаю. Хотя немножко уже начинает. Анонсирую немного видео со второго аккаунта. Значит, Краснодар, Москва. Видео из окна поезда под рубрикой «Россия из окна поезда» будет не из Краснодара, потому что поезд отправлялся в 23:30. Было темно и уже ничего не было видно. К сожалению, очень красивые кадры, но они на видео не попадут. Это видео будет размещено после того, как... Ну, там большая очередь для размещения видео. Не закончил полное видео Москва-Кемерово. Не успел разместить полное видео без ускорения Москва-Кемерово, только первая часть, первая серия. Но там случилась у меня неприятность. Нечаянно, случайно отформатировал жесткий диск, и все видео было удалено. Пришлось покупать программу для восстановления безвозвратно удаленных файлов. Воспользовался этой программой, но, к сожалению, там тоже не все файлы удалось восстановить. К сожалению, не знаю, буду пытаться восстановить все. Но главное, Москва-Кемерово в ускоренном варианте размещено полностью. Вот, ну а для видового такого, не знаю, удастся восстановить все файлы или нет. На очереди стоит на аккаунте «Видеодорог 2». «Россия из окна поезда, Кемерово, Москва, светлое время». Слишком большой объем видео, поэтому не успеваю все своевременно размещать. К сожалению, с правой стороны вот засветка от торпеды на стекле отражается. Это я заметил, когда уже остановился на ночевку. В общем, каждый раз... Каждый раз новые и новые проблемы возникают. Вот в данном случае не положил светопоглощающую ткань, поэтому отражение на стекле от торпеды. Ну, те, кто захочет послушать полный... Ну, оригинальные аудиокомментарии, ну, дождитесь тогда
очереди, когда буду размещать на втором аккаунте. Что отдельно хотел бы заранее сказать о трассе Москва-Краснодар, что дорога вполне в приличном состоянии. На небольших участках идут строительно-восстановительные дорожные работы. Уже об этом я говорил. Трасса М4 Дон наиболее такая освоенная трасса с местами для ночевки, для отдыха. Инфраструктура достаточно развита. Немного будет видео в темное время суток. Но это уже перед самым привалом. Вот обратили внимание, ведущий мигнул левым поворотником. Предупредил меня, поэтому я перестроился, вслед за мной перестроился он. Должен, наверное, сказать, что если будете двигаться в колонне, ну, будете ехать там с друзьями, 2, 3, 4 машины, то желательно в каждом автомобиле иметь по радиостанции, чтобы обмениваться информацией. По телефону очень неудобно. И потом не везде есть роуминг на трассе. На мой взгляд, самый плохой роуминг – это МТС. Мегафон и Билайн более-менее поддерживают связь. Прямо платный участок, направо объезд бесплатный. Я думаю, слышно было, что есть альтернатива платному участку. Перед Ростовом, перед мостом на Ростов была
по информации Яндекса огромная пробка, поэтому и объезжали эту пробку по дорожному указателю. Информация, я думаю, в комментариях не нуждается. Объезжали затор на трассе по Яндекс.Пробке. И должен сказать, что Яндекс не всегда корректно отражает реальную картинку на трассе. Так, например, на Яндекс.Навигаторе была огромная малиновая такая пробка, хотя дальнобойщики по радио сказали, что пробок нет. И это было многократно, они об этом говорили. Но ведущий решил поехать по объездной дороге там. Но это уже будет в конце, скажем так, видео. На эту тему я буду отдельно потом немного говорить. Советую, рекомендую иметь радиостанции, потому что вот оператор МТС за трафик берет огромные деньги. То есть, если вы в городе разговариваете там примерно 2-3 рубля минута, то на трассе они взимают 10, по-моему, даже больше рублей за минуту. Нужно переходить там на какой-то... Ну, в общем, да, добавляется геморроя. За час движения мы общались примерно 5 минут, и все деньги, которые были у меня на телефоне, МТС забрал. Мегафон... хороший оператор, и, может быть, Билайн
Но работать с МТСом на трассе я бы никому не советовал. Во-первых, и роуминг неровный, часто очень пропадает связь, и взимают вот эти вот ненормальные тарифы у них. Там, по-моему, была авария. Небольшое затруднение. Не знаю, совпадет или нет комментарий с картинкой. Но авария случилась давно. Автомобили практически растащили, но пробка еще сохранялась. Хорошая машина, видеорегистратор Datacam 6 Max, но у меня возникли какие-то проблемы. Что-то с программным обеспечением, нужно будет звонить дилеру или кто там, производителю, чтобы с программным обеспечением что-то делали. Например, при подъезде к Краснодару несколько раз видеорегистратор во время движения уходил в режим парковки. В режим парковки или же выключался. В чем причина, не знаю. Может быть, где-то уже под Краснодаром это отразится на видео. Пока еще видео полностью не просматривал. Комментирую и просматриваю впервые после поездки. Thank you.
Погода выдалась пасмурной. Временами начинает дождь моросить, видимость резко падает, имею в виду, условия для съемки резко падают, для качества съемки. На платных участках, если вдруг у вас кончился бензин, то к вам могут оперативно подъехать, подвезти небольшое количество бензина для заправки. Ну, такая вот техническая поддержка на платных участках существует. Но не нужно, я думаю, до такого состояния доводить. Нужно иметь, на мой взгляд, всегда запас хода хотя бы 100 км. Запас топлива. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну вот примерно в таком ритме, в таком темпе проходило движение до привала. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Температура, чувствуется разница в температуре вот между Москвой и Впереди мобильный пост ДПС, контроль
контроль скорости. И ограничение 90. И Краснодаром. В Краснодаре, как мне показалось, во-первых, шел дождь, пока там ждали поезда. Вот. Но дождик был такой теплый, и не было того дискомфорта, который бывает в Москве от холодного дождя. Интенсивность движения на трассе М4 Дон достаточно высокая в любое время суток, но мы двигались только в светлое время, хотя усталости не было, бодрое такое состояние рабочее, но в темное время предпочитаем не двигаться. Очень много вот этих, как их назвать-то, терминалов для оплаты. Не успеешь проехать, опять оплата. Не успеешь проехать, опять терминал стоит. И время отнимает, и на нервы. Это что-то там. Не могу вспомнить, что это я там возмутился. Ну, кстати, вот трасса М4 Дон не всегда убирают листья с обочины. Это не совсем хорошо, потому что, ну, скользко на обочине. Очень много мест для кратковременной остановки, осмотра двигателя на трассе, туалеты, эстакады такие, чтобы осмотреть автомобиль снизу. Должен сказать, очень красиво из окна автомобиля. Это вот панорама или ландшафт. Очень красивый. Вот осень, она вообще красива. Да не только в Подмосковье, и в Карелии, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Забайкалье. То есть время года необычайно красивое.
Вот, к сожалению, брак в съемке — это то, что на видео попадает отражение от торпеды. Но я это не учел, к сожалению. Твой телефон не видел? Нет, не видел твой телефон. МТС там деньги сожрал весь, по мегафону звони. Вообще я от него, наверное, буду отказываться, от этого МТС. Да переведи его просто. Этот номер оставлю на другого оператора. Пасмурная погода, временами появляется надежда, что солнце проглянет. Ну, для меня такая вот обстановка, пасмурная погода, вполне комфортная. Но одной из основной целей было снять и природу. Пасмурную погоду, она не очень эффектна. Ну, надеюсь, вам повезет, что будете ехать в солнечный период и сможете рассмотреть ландшафт. Да, к сожалению, видео не будет совпадать с реальной картиной, с реальным комментарием. Желающие смогут на втором аккаунте его посмотреть, но не очень скоро. Ролики достаточно тяжелые. Например, 10-минутный ролик весит примерно 2,8 гигабайта. Ну, о трассе Дон очень много видео в интернете. Но вот это видео самое, на мой взгляд, актуальное по состоянию на октябрь месяц 2017 года. Ситуация на дорогах России, на федеральных трассах очень быстро меняется. По мере возможности буду обновлять новыми видео. Ну а те, кто постоянно наблюдает вот эти вот видео мои, то можете сравнить, насколько меняется ситуация на трассах, на дороге, на дорогах России.
если будет возможность до первого снега, то, возможно, покажу другие трассы поздней осенью. Если нет, ну, будем надеяться на зимние пейзажи. Я думаю, они не менее красивые. Контроль скорости. Ограничение 90.
Съемка очень плохо это. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Скорости. Ограничение 90. Да, терминалы оплаты, они такие. Не успеешь проехать их, снова платить приходится. Ну, там какие-то карты есть, какие-то особые условия. Конечно, нужно брать эти и пользоваться этим.
Это для тех, кто постоянно там двигается. У меня-то от случая к случаю. Ну, вот такие вот условия движения примерно по всей трассе. Напомню, что движение в субботний день. Дорога мокрая. Возникает опасность аквапланирования. Гораздо комфортнее в сухую погоду. Первый день выехали во сколько? Примерно 8 с копейками, сейчас уж точно не помню время. Первый день проехали 820 километров. Без напряжения излишнего. Стартуя, перед стартом залил полный бак бензина под завязку, поэтому на заправке не заезжал. Эфир 15-го канала не очень активный сегодня.
Ну, когда движение равномерное, спокойное, и эфир более-менее спокоен. Когда где-то какие проблемы, вот тогда очень активно в эфире становится. Но двигаться в темное время, даже по трассе М4 Дон, я бы не советовал. Хорошая дорога М4 Дон, но вот вода скапливается на проезжей части. Никакого дренажа нет. Это не совсем хорошо, на мой взгляд. Если платишь деньги, то имеешь право ехать по хорошей дороге. Без этих луж, без этих брызг. И, как мне показалось, уже наблюдается небольшая колейность. Можно было бы ехать и по объездным дорогам, по бесплатным участкам, по государевым дорогам, как я говорил, но если посмотреть на карте, они достаточно извилистые. Проходят через населенные пункты, и там теряешь скорости. Но здесь на первое место выходил, на одно из первых мест выходила и скорость доставки. Ну вот примерно так проходило движение первой серии на трассе М4 Дон. Особых каких-то замечаний нет. Ну, в основном федеральные трассы мало чем уступают от четверки. Я имею в виду все федеральные трассы. Примерно вот в таком состоянии. Ну, на этом комментировать заканчиваю. Начинаю приступать к обработке, а затем вторая серия. Всем удачи!